Сейчас мы с вами будем делать пальчики из огурчика и агар-агара. И водичка. Видите, сердечко. Очень миленько. Натираем огурчик. Добавляем агар-агар. И мешаем. Подогреваем агар-агар. Вот плюс агар-агара в том, что когда его подогреваешь, либо топишь на вязаной бане, у него, ну, нормальный запах, я бы сказала, такой себе пойдет. А вот у желатина вообще ужас. Запах просто. Вдавливаем сок огурчика. Можно немножко вот так вот сделать. Теперь заливаем в нашу формочку. Вытираем. Но выглядят они, кстати, мило. И пахнут они хорошо. Заливаем теперь во вторую формочку, потому что мне прям запах понравился. Теперь убираем это в холодильник минут на 20. А если хочешь попасть в видео, как эти ребята, то обязательно подписывайся. Застыли.